Ну а виновнику этого ДТП наказание ремнем вряд ли уже поможет. В Усинске гонщик на Мерседесе сбил двух человек, в том числе родного брата, и оба пострадавших скончались. Водитель попал в больницу. За гонками стритрейсеров наблюдали зрители. В какой-то момент мужчина за рулем Мерседеса не справился с управлением на мокрой дороге. Машину занесло, и она вылетела за пределы проезжей части. По этому факту возбуждено уголовное дело. Известно, что виновник аварии с 13-летним стажем вождения довольно часто нарушал правила. К административной ответственности его привлекали уже 25 раз.